Во Владивостоке состоялся финальный этап всероссийских соревнований по морской робототехнике «Восточный БРИЗ-2021». Четвертый раз на Тихоокеанском флоте в городе Владивосток проходят соревнования, всероссийские соревнования по морской робототехнике. В связи с тем, что обычно соревнования проходят на открытой воде, в акватории Амурского залива на водной станции ЦСКА, в этом году, к сожалению, в связи с приближением китайского циклона, мы вынуждены были обратиться в Морской государственный университет. Соревнования проводились по трем направлениям – телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, автономные необитаемые подводные аппараты и безэкипажные катера. В данном случае задача стоит основная – обнаружить кабину вертолета, условно затонувшего, произвести внешнее обследование, внешний осмотр, прочитать все надписи, которые там есть, чтобы провести идентификацию вертолета. После этого найти возможность зайти в вертолет, в данном случае выступает люк, обнаружить черный ящик, забрать, далее произвести запись показаний приборов, после этого забрать один из предметов, которые специально разложены в кабине вертолета, и вернуться назад. После этого на берегу робот получает проводник, он заводит этот проводник таким образом, чтобы впоследствии можно было организовать подъем вот этого условно затонувшего вертолета на поверхность. Аппараты продемонстрировали предприятия-разработчики морских робототехнических комплексов, география которых представляет разные регионы России. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, новости на Восьмом.